Приготовила сегодня плов из курицы. Вот такой вот. В мультиварке готовила. Из приправ я использовала зиру и черный перец и куркуму еще добавила. Такая вот красотища. Сегодня на ужин я потушила перцы фаршированные. В мультиварке тушила. Также будут гарниром макароны и свежие помидоры и зелень. Сегодня я приготовила компот вот такой ассорти из яблока, черной смородины и вишни. Также вот здесь у меня рисовый супчик. Такой вот. На курином бульоне. И здесь у меня сациви из курицы. Три горшочка вот такие. Приготовила вот такое сегодня картофельное пюре с молоком, с яичком. Большую кастрюлю.